бросьте монетку в фонтан у дворца, чтобы вернуть туда ваши сердца. Краше становится каждый сезон, милый, любимый московский район. Без этого самого фонтана у Дворца профсоюзов сегодня сложно представить наш город. Пусто здесь не бывает никогда, настолько манит скульптурная композиция горожан и гостей областного центра. Слова из песни брестского вокального коллектива стали символичными. Время летит вперед, а фонтан по-прежнему радует своей красотой. Сегодня, в этот праздничный день, хочется вспомнить слова нашего мэра города Александра Степановича Рогачука, который на моем творческом вечере сказал: мы не планировали восстановить этот фонтан, но я вам обещаю, он обещал это зрителям на творческом вечере, мы этот фонтан восстановим. И вот свершилось. Прошел год, фонтан, как и прежде, сияет своими красками. Открытие обновленной скульптурной композиции проходило в торжественной обстановке. На празднике собрались все те, для кого этот уголок города особенно любим. Среди присутствующих представители депутатского корпуса, ветераны войны, молодежь и взрослые. К реставрации специалисты подошли крайне серьезно, обращались к архивным документам и старым фотографиям объекта. Фонтан-скульптура была создана в мастерской всемирно известного скульптора Зураба Церетели еще в 80-х. В процессе работы реставраторы учли каждую из деталей панно, включили в общую композицию и новые элементы. Среди них голуби, символизирующие мир и спокойствие. Фонтан, он имеет свою историю, свои традиции. По поводу его именно такого вида, которым был он и раньше, если говорить, то были различного рода предложения. Были и засыпать, и посадить там цветочки, сделать какой-то, озеленить его. Были предложения и какой-то поставить памятник, памятный знак. Но коллегиально в горосполкоме, председательство Александра Степановича Рогачука, нашего председателя городского исполнительного комитета, было однозначно принято решение о том, что фонтан должен быть именно в том виде, в котором он был изначально, со своей историей, со своими традициями. Благодаря совместным усилиям городских властей и не оставшихся в стороне представителей бизнеса, среди которых частная компания «Димаш», удалось подарить фонтану вторую жизнь, а жителям областного центра настоящую радость. Ведь именно здесь, начиная с первого дня работы фонтана, будут собираться москвичи. И нет никаких сомнений в том, что сегодняшняя молодежь будет приходить сюда со своими детьми через много лет. Фонтан этот в нашей семье, я думаю, как и в жизни каждого человека, проживающего в районе, играет довольно большую роль. На нем выросли наши дети, его помним мы, всем сюда подходим гулять. И как бы, когда он пропал, действительно, как будто бы частичка чего-то ушла из жизни. Именно поэтому сегодня мы здесь, именно поэтому сегодня мы радуемся, что фонтан приобрел новую жизнь. Как бы очень символично, особенно на сегодняшний день. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.